Семьи распорядились материнским капиталом на 291 миллиард рублей с начала года. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более 50% родителей от общего числа обратившихся потратили деньги именно на эти цели. Получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3 лет тоже востребовано у чуть более 20% россиян, имеющих материнский капитал. Третье по популярности направление – обучение детей с начала года. 20% семей решили направить средства на эти цели. Напомним, что к этому учебному году стало возможным оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере образования. Родители теперь могут использовать финансы на оплату частных детских садов и кружков или услуг репетитора. Главное условие во всех перечисленных случаях – наличие у индивидуального предпринимателя лицензии Рособорнадзора на образовательную деятельность.